Всем привет на канале Пашок. Сегодня мы идем в музей. Музей самолета. Музей военной авиатехники, да? Да. Он находится в городе Пасбрик. Мы приехали в город Пасбрик. Вот город Пасбрик — это город пустыни. Пустыня называется Сонора. А это находится в Южной Калифорнии. Он славится своими горячими источниками, гостиницами и так далее, и тому подобное. А едем мы в музей? Да, самолетов военных. Да, нам сказали, что там можно трогать все. Можно даже заходить в некоторые самолеты. Через 3/4 мили. Да, это очень весело и интересно. 740. Ей! Ну все, будем снимать уже в музее, ладно? Ла. Давай. Вот мы уже заехали в музей. Правда, мы пока еще в машине. Но отсюда уже начинается. Я вам хочу показать все эти самолетики, которые вот здесь. Вот. Думаю, у нас будет очень-очень интересный день. Правда, Эдвард? Да. Да. Музей, конечно, огромный. Он вообще-то сам огромный. Да. И самолеты. Да. Большая часть находится в амбарах. Ну, в общем, будем снимать и вам показывать, дорогие Мама, наши зрители. Глобус. А ну-ка, что это за самолетик? Военный, мам! Да. Мам, смотри, там глобус. Где этот? Вон, не видишь, напротив. Посмотри, на колесиках. Нет. Вон, мам, не видишь? Нет, не вижу. Вон, как интересно, мам. Здесь. Вот мы уже заходим в музей, он уже 20 лет как существует. Все. Приятного нам путешествия в музее. А можно же снять один классу? Нет, здесь трогать нельзя. Может, мы купим? Что, Эдвард, начинаем наше путешествие? Да. Ну все, пошли наверх. Все. А там что будет? Мне так интересно. Educational Resource Center. Амбаре. Вот и наши самолеты. Ой, как интересно. Да, видишь? Иди. Давай, будем все смотреть. Ну да. Это все игрушечное, а вот настоящие самолеты. Посмотри. А интересно, в какие можно заходить? А ну-ка давай, отсюда будем снимать. Эти кабинки. Вот какой огромный, да? Опять-таки военный. Вот и кабина пилота. Можно и поблизости снимать. Да,
Они все настоящие идут. Какой страшный. Акула. Давайте попробую я вам кабину снять. Посмотрим, получится или нет. Как-то так приблизительно видно будет. Пальчики какие-то. В этом зале точно нельзя. Сейчас пойдем в другой зал. А спросить. Вот тут спросим, а пойдем, и пойдем в другой зал. Угу. Вот мы сейчас пойдем в корейско-вьетнамский ангар. Да. Вот здесь ангар. Самолеты со времен холодной войны, корейской, вьетнамской. Все, заходим. О-о! Вот тебе и самолетики. Да, видишь? Они стреляли, конечно. А теперь не стреляют. Нет, а теперь они в музее стоят. И не надо, чтобы они стреляли. В музее нельзя стрелять, но-но-но. Вот именно. Правильно. В музее не стреляют. Нигде не стреляют. Только на бой стреляют. Только на все ходят. Да. Давай пойдем посмотрим, что там есть интересное. Да, видишь? Там люди. Там дети. Сейчас они выйдут. Мы зайдем. More than ever before, the Army is today using the air to link its fighting units. The role of the helicopter... Давай. Сейчас мы не достают, а я нет. Ну ты еще маленький. Ничего. И на тот штурвал, потому что он ближе. Ну давай, иди. О, как здесь тесно. Фу, он близко. Окей. Мам, ты подожди. А ну давай, води. Ты умеешь водить самолеты? Не могу. Не можешь? Не могу. Можешь? Нет. Нет. Не могу. Ах, можешь. Ну, Эдвард, запутал. Добро. А здесь это что? Ой, ой, как тесно здесь. Даже снимать очень трудно. Даже не, не могу видеть, видно вам или нет. Думаю, да. Кое-что еще можно снимать. А мне тут не тесно. Ну да, тебе, конечно, не тесно. А вот давай мама тоже сядет. Давай. Ой. Мне не тесно. Ты будешь второй стороны. Да, вторым пилотом, да, я буду? Да. Ой, как интересно здесь сидеть. Мама, посмотри. Ой.
Ой. Я тоже хочу водить. Ой, я тоже хочу водить. Ой. А, я вижу шишу. Я управляю. Первый пилот, Эдвард, вы готовы к взлету? Да. Молодцы. Пошли. Полетели. Летим. К бою готовы? Подождите. А. Хай. Еще раз, пожалуйста. Первый, готовы к взлету. Поехали. Удачи вам в полете, мистер Эдвард. Спасибо. Эдвард. Привет. Привет. И как тебе? Да, хорошо. А вам как? Класс. Класс. Вот и акула вертолет. Пушки. Мама! Что она? Посмотри! Вижу! Летающие самолеты! Нет, мы сюда не заходили! Вау! Да! Эти можно все хотеть и нет? Думаю, что нет. Сейчас спросим. Но думаю, что нет. Видишь? Тут идет ремонт. Не, ну вот это только можно. Да вон тот. Куда? Почему на щелке не открыть? Мотоцикл. Мотоцикл танк. Смотри. Да, вот. Вижу. Давай, поднимайся. Только трогать ничего не надо, слышал? Да. Вот, пошли. Вот эта кабинка этого самолета. Он очень огромный, очень узкий. Сюда заходить, ой. Но нам трогать не разрешили. Потому что нам сказали, что он еще может летать. Так что, да, Эдвард, тебе интересно? Когда его еще статую сделают? А, не знаю. А тебе интересно? А эти остальные еще статуи. Да. А тебе интересно? Да. Окей, пошли. Очень осторожно, здесь очень узко. This is where the bombs are kept, where you're walking through them. Ага. Ой.
Я сейчас тоже туда залезу. Только снимать не знаю, смогу или нет. Ага. Ты уже там? Ой. Осторожно будь, потому что она спит убедить. Ну да. Ой, как здесь интересно. Здесь все интересно, дети. Иди, Эдвард. Иди посмотрим, что там еще. This is the radio room. Oh. Это радиокомната. Эдвард, стоп. Я боюсь без тебя. И конец. И конец? Хорошо. Thank you so much. Oh, you're welcome. Thank you. Thank you. Вот это самолет, который мы зашли. Он огромный, конечно. Очень узкий. Я не знаю, как там можно было. Смотри, как самолет этот летал. Где? Вот. Показывают? Где? Вот. А, этот, да, правильно, вот. Всем привет! Привет-привет! Как хорошо, когда все можно трогать, правильно? Да. Сейчас уже машину вводим, правильно? Педали нету. This is going to guide the aircraft left and right for the rudder. Forward, it's going to go down, pull back, and go up. If you move it side to side, it's going to roll the aircraft. So, those dots right there where the cone's pointing, that's your enemy. So what you want to do is you want to get that crosshair within, you know, on them and then shoot. So to turn, you want to turn to one side and pull back. Then just follow their tail. Here you try. Thank you. Try. Так вот наедет. Вот так. Прямо сейчас, прямо давай. Прямо. Ой, ты сейчас. No. Fuck. Вот так. Ты стреляешь сейчас, да? Давай. Прямо. Прямо. Пока что самолет водить ты еще не умеешь. Но тебе понравилось в музее? Эдвард, тебе в музее понравилось? Да. Отлично. Я на солнце стреляю. Сейчас. Давай. Назад. Назад. Объединяемся. Вот, уже научился. Нет. Опять разбился. Ну как мне приземлиться? С тобой опасно. Нет, не опасно. Пока ты летчик никчемный. Летать не умеешь на самолетах. Будем учиться. Ну все, закончили? Да. Ну, кому понравился музей, что делаем? Поставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Пока-пока!